А, Кристиан, давай подведем краткие итоги матча, да? Что пошло не так, что не получилось? Все, что мы смогли сделать, все получилось. Немножечко не хватило, наверное, упорства, потому что мы под конец уставали. А так, в следующий раз все получится. То есть, я не сомневаюсь. Немножко физика, да, подвела? Да. Поработаем, поготовимся, все сделаем. То есть, ну, настрой был нормальный, недонастроились, такого не было, да? Настрой был боевой, мы готовились, у нас играла музычка перед играми постоянно, поддерживающая. Соответственно, настраивались, но не до конца, видимо. Хорошо, а что не получилось в первой игре? Вроде как бы открыли счет, вот так довольно бодро начали, но в какой-то наверное, момент устали. Тоже. Да, то есть опять момент... же усталость, да? Да, подустали и уже провалились. Но опять же будем тренироваться, нарабатывать вот это вот все. Хорошо, а в целом ощущения от турнира как? Все очень понравилось, очень здорово. Я вообще в команде меньше года, то есть я пришла к ним в конце января и уже играю в лиге. Это очень круто, мне все нравится. Хорошо, почему стоит посещать женский хоккей зрителям, болельщикам? Ну, во-первых, это необычно. Когда я, допустим, езжу на такси, бывает на тренировке, у меня все время таксисты спрашивают, вы что, в хоккей играете? У меня преподаватели все смотрят наши трансляции, потому что необычно. Ну вот просто как бы действительно необычно. Девочка в хоккее. Ну и круто, соответственно.